Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Hawks of War челлендж за рядовых на повышенный уровень сложности Мерди Пикс. И у нас 10-я миссия, последняя миссия второго острова. Bangers and Mash. Кстати, уже драфт 4 у меня, да, прибыл. Так, ну что ж, отправляемся в 10-ю миссию. Австралия. Так, и залазим вот здесь вот по краю. Идем затыкать две артиллерии. Хотя можно было бы взорвать их, конечно. Ну ладно. Встанем вот здесь вот. Так, он пропускает ход, конечно. Так, а теперь меня интересует... Так, нет, не сюда я пошел. Хотя. Так, берем тут, значит, ТНТ. И попробую там в коробке снайпера подорвать немного. 30-ку снять. Потому что снайпер уже все-таки. И, блин, как так-то? Давай, вставай. Не успел. Да, позор. Позор. Так, ну ладно. Сейчас гранату тут сюда закину. Хотя бы 10-ку сниму. Ну все, снайпер, вешайся. Так, сейчас я тебя достану, гад. Вот скатили его вниз. Так, пока артиллерии ходит. У меня здесь поросята имеются. Можно, кстати, кучу аптечек взять. Еще 30-ку сняли. Так, стреляю по артиллерии. Снайпер, что будешь делать? А, будет второго стрелять, наверное. Или нет? Нет, что-то другое задумал. Самоуничтожаться, что ли, будет? А, кидать отраву, понятно. Надо будет подлечиваться. А себя не зацепишь? К сожалению, нет. Ну ладно. Так, вот этот у меня очень раненый. Надо бы за аптечкой сходить. Так, можно задом это сделать, так быстрее будет. Главное, не начудить здесь.
Так, ну взяли двадцаточку, ладно. Там еще динамит у меня был. Ну что ж, готов. Снайпер. Так, теперь артиллерии. Надо ими заняться всерьез. Всерьез. Так, можно, конечно, супер ТНТ взять. Тут аптечку можно взять. Так, сколько там осталось у той артиллерии, интересно. Она еще выдержит, наверное, она еще. Выстрелы. Поэтому... Тринадцать. Ну все, он вылез. Один вылез. Странно, и пропустил ход. Так, а я вот отравлен, блин. Мне надо было ему оставить аптечку, конечно. Ну, ладно. Я не на выживание играю, так что можно и потерять кого-то. Блин, я не успею. Должен успеть. Давай, давай, давай. Эх. Кстати, я могу занять артиллерию. Занять, но зачем? Да не, просто могу занять и все. Он пропускает ход, отлично. Так, ну да, он пропустил ход. О, у меня, кстати, ТНТ есть. Но, блин, если я его сейчас поставлю, то тогда и мой оттуда тоже слетит. Мне бы не хотелось. Да, и этому хрену могут сейчас что-нибудь скинуть уже успеть. Тоже как бы не вариант. Поэтому пока буду просто, наверное, расстреливать. Из ружья. Так, вот что-то кому-то скинули. А, ну это еще артиллерия заткнутая. Нет, нет. Я думаю, из ружья все-таки надо стрелять. Ух, как промазал-то я, блин. Как можно промазать? Так, ну он пропускает ход по-прежнему. По-прежнему пропускает ход. Ух. Зря я это сделал. Закинул себя на артиллерию. Обалдеть можно. Так, ладно, пошли. Там аптечка есть, тебе надо подлечиться. Заодно что-нибудь с ним надо сделать. Так, а где аптечка? Ага, аптечка тут. Двадцаточка. И тут еще есть аптечка.
Еще одна. Так, ну а теперь повоюем. Сколько у тебя там ХП осталось? Сейчас посмотрим. 54 на 2 гранаты. Понятно. Бомбардир, это не пиротехник. Так, ну все, вешайся. Ух ты, базука. Базука. Блин, ну так я боюсь, своего подобью. Ладно, пусть я тут пока... Хотя ладно, зачем? Зачем мне его игрушки? Так, тебе также граната пойдет. И все. Остался один. Так, ладно. Ему уже скидывают хорошие вещи. Все спит. Продолжает гад спать. Можно, конечно, взять миномет и стрельнуть из мортира. Черт, ну тут ему его зацепило. Так, а что ему уже скинули? Джетпак ему пока. Ладно. Ох, зря я это задумал. Он в дальнюю цель, да? Ну все. А, нет, он промазал. Да, тут такое бывает. Такое тут тоже бывает. Так, не знаю, есть ли смысл оббегать все. Я бы мог бы супер ТНТ ему, конечно, поставить. Но не успею, боюсь я. Боюсь, что не успею. Банально взять эту коробку. Но добежать вполне успею. Просто добежать до него. Так, он сейчас будет из револьвера стрелять. Ну да, ему осталось одну гранату кинуть. По сути-то. Блин, а где я? У меня этот упал, да? Блин, он далеко слишком находится. Я не успею, боюсь. Давай. Надо успеть. Не, боюсь, не успею. Слишком раненый. Ну, где? Или успею? Блин, ладно, без выживания, значит.
Ой, это что такое? Что это было? Твою мать. Какого хрена? Что за землетрясение? Что за баги игра? Блин, а тут... Ладно, давай, стреляй. Так, а какой сейчас ходит? Отлично. Ну все, по идее. Не должно зацепить моего. Ну нет, чуть-чуть зацепил. Ладно, с выживанием прошли 10-ю миссию. Напоследок. Ладно, пусть будет так. Второй остров завершен. Но это легкотня, конечно. Вот. На третьем острове там уже начнется, блин. Good! Everything is going to plan! Source? Я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Всем пока!